И сейчас я порекомендую, опять же, канал Spider Nails. Я не сделал, возможно, не очень хороший выбор, потому что я порекомендовал его первый канал, потому что он забросил, и вот у него уже второй канал. Но все-таки советую сначала, чтобы вы оповестились со своим, с него первым каналом, потом уже будете смотреть второй канал, потому что, ну, на первом канале покажется побольше всяких разных видео, но тут пока что вы можете видеть Майнкрафт, всякие видео взяты с другого канала. Песня Майнкрафт тоже, конечно же. Прохождение мафии. И тест. Я даже не знаю, что такое. На тест. А, я помню, на тест на. Ладно, то нет, нет, ну ладно, то не нужно, думаю, говорить. Это короче. Подпишись. Также подпишись на мистера Берсера, я Ассасина. Всем пока. Всем привет, с вами Спанч Боб и Ассасин. и кто не помнит предыдущее наше прохождение The Darkness 2, мне интересно. Я думаю, кто-нибудь помнит. Помнишь, что там игра, и прикольно было, конечно, да? Да. Данил решил немножко поспамить, а я решил выбрать своего любимого персонажа. Да, я еще думаю. Я вот Может думаю, где начать. какой-нибудь другой себе персонаж возьмешь, я просто не знаю. Ладно, поиграю, чувак. Хорошо, что вы быстро собрались. Куда вы? Если никто не против, я сразу перейду к делу. Возможно, игру очень плохо слышно, но меня тут хорошо слышно должно быть. Сегодня пытались убрать. Да Горит, ладно. Но тот, кто не уважает его имя. Я не слышу, что он говорит, потому что у меня очень маленький звук, ну да ладно. С такими же уникальными способностями. Ты хочу, кстати, режим, чтобы дополнительные задания, помнишь как-то? Я не знаю, я вроде компанию выбрал, но кого-то не то. Сначала спасите парня, а потом спасите Джонни. Черный список, точнее. Ну ничего, мы потом все равно будем проходить черный список, если не будет ничего. Черный список мы будем проходить в любом случае, наверное. А вот не то. Я следующий послужу, а все не делаю. Вот и ладно. И опять играю я плошкой. Мы что говорили, синьорина? Маг. Какой-то буду... Яйца и девушка. Ну, пожалуй, что да. Накатим по стаканчику и за дело. Да. И кровь прольется в машине. Так что? Серёж? Да? По-моему, мы не то выбрали. По-моему, надо было начать черный список, кажется. Я не знаю. Давай это пересоздадим. Окей. Окей, теперь опять начнем запись. Давай начинай игру. Джентльмены, Джимми, приготовьте оружие. Ты можешь начать игру, пожалуйста? Да. Голубая женщина. Да. Кусанаги всегда... Надо было черный список выбрать. В этих словах. Не думаю, что скажи это, но я куда-то не надо. Значит, то... Кир! Еще мы на Кире уже играем, так говорим. Сегодня, кстати, продолжаем хардкорный боб, кажется, называется так моя программа. Кого же вас, я, конечно, еще не прошел. Но, в принципе, там проблема у вас с записью, я так и не смогу жить, потому что там звука не было вообще ничего. Так, что? Начинай же. Так, назад. В моей душе много лжи. Все, мама. Ты что-то имеешь против? Да. Вроде все правильно. Ну, такая странная была тень, конечно. Так, УЗИ. Чешки. Слишком легко и просто... А если слишком сложно? Так, слышать. Ладно, я возьму Дефендер в руки, наверное. Просто пойдите. Так, я уже забыл, как все это играется. Кусанаги. Как бить? Так, рукопашка так, а это стрелять. Ладно, пойду кого-нибудь рукопашки зарежу. Пошли. Блин, я погоди, я не куплю ничего. Ой, блин, кил. Да что такое? Меня лагает игра. Я уже все добыл. Зачем меня игра лагает? Я очень сильно игра лагает. Мне тоже хреново. Ну казните, я же нажимаю. Вау. Че, давай пересоздадим игру, давай я создам. Окей. Даже часы шкалагают, да, я выключу, да? Чуть-чуть норм. Окей, я не могу двигаться почему-то. А сейчас, затай начнется.
Все должно. Так, вроде не так сильно лагает. Ой, стой, 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 блядь! Что ты материшься? Не знаю. Что ты материшься? Потому я собрался я... говорить, что в этом видео есть маг. Окей. Ну все, ты... Га... Что ты материшься? Погоди, стой, там не нужно. Ой, могу это? Сколько нужно для этого денег? А, это у меня уже круто. Материуга ты. Я такой. Ножом. Все, я что-то купил. С которым... Ай, блин, меня уже тут стреляет. Круто, чё? Я пойду его казню. Я убил. А я его сердце уничтожу. А как ты его казнь? Когда ты делаешь казнь? Ай, ты, чувак, я тебя казню. Ай, не могу. А теперь казнь? Могу. Ха, ха, подыщ. Как его казнить? Надо мне его выстрелить, потом подойти к нему и нажать на Q. Вот, выстрелить в него и нажми на Q. Все. О. Так, погоди. Ну чуть никого не... А, вот нет. Я буду с пистолетиком ходить. Я буду с дефендером ходить. Я тоже хочу дефендер. Ой, крабин, 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 крабин мой. А дефендер уже появляется, когда начинаешь игру. Не знаю, мне не дали его. Мне дали с самого начала. В общем, у меня карабин теперь. Я прям себе микро-УЗИ буду всем фатайте делать, короче. Эх, я не помню эту миссию. Так это же черный список. Это черный список, а, ясно. Это задание из черного списка. Мы играем на доне, так хард в описи. Смотри, 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 смотри. Смотри, стой, не убивай, не убивай, я хочу их взять. Я им черную дыру сделал. А, у меня кто-то в скайп пишет. Почему под тобой я умею он друзей в скайп, которых я даже не знаю? Блин, откуда я знаю? О, калашников. Ой, калашников. А, я лучше с калашника буду ходить. Не знаю, карабин кажется лучше. Не знаю. Ну-ка, они одинаковые должны быть по принципу. По идее, да. Если это 60 Counter-Strike, то они должны быть одинаковые. Вообще, калашников урон больше, как по идее. Нет, он будет точно, кажется. Хотя нет. Все, вот так. Больше я еще могу им рой делать какой-то. Помнишь, там был какой-то рой, я сейчас не могу его сделать, сейчас помню. Первый раз. Так, Капитоха в террарию идет играть. Отлично. Я смотри, видишь, я им рой сделал всем, смотри. Окей. А я делал фатайте. Я еще одну сделал фатайте. Я сделал фатайте вот эту лучше. Фатайте. Это я им всем рой сделал из мух. Ага. А я могу черные дыры создавать. Ну, вот, рой более полезный, я могу сказать. Ну, а это черная дыра, когда они в группе стоят полезные. Ну, она убийственна, она сразу убивает. А это их оглушает. Ну, я думаю, если мама потрогаешь, ну, это... Ну, это оглушает всех рядом, ну, и не совсем рядом стоящие. У моего роя вот дальше радиус действия, я хочу сказать. Блин, почему для пистолета так много патронов? О, босс. Какая-то... Это арена. Ну, это их... О. Ну, как бы мы на доне играем, вроде так. А, нет, это не Эхо, это враги тьмы. Ну, а че тут враги тьмы уже на самом первом уровне? Помнишь этих врагов тьмы? А, они должны быть попозже. Я не там. Что? О, хрен они тут. Что ты говоришь? Они посложнее. Ну да, они тут. Нет, какого хрена тут эти? Чуваки? Какие чуваки? Какие-то. Что ты какой-то странный сегодня, что ты говоришь сегодня, не понимаю. Я сложно понимаю. Умри, короче. Короче, да. У меня проблема с экраном, я не умру. Почему сразу на первом уровне уже появляются враги и сны? Я тоже об этом говорю. Сначала были обычные враги, которых я всегда знал, это обычные бандиты, а сейчас сразу появились враги тьмы. Ну, как, вот именно, я о том же. А еще у меня... Не сзади. Их, кстати, трудно убивать, они довольно-таки бронированные. Несмотря на то, что у них брони не очень много, они довольно-таки сложно убиваются. Какая ты их так быстро убил, ну ладно. У меня калашников. Я бы честно, будто ты их убил магией своей. Нет. Ауч, я чуть не упал с кресла. Я чуть не упал с кресла. Да? У меня компьютерное кресло. Футурити, блин. Ладно, все, я беру дефендер, сейчас буду всех убивать. Где босс? Это же арена. Не, там потом босс должен выйти. Откуда ты знаешь?
Ты играл? Да, вроде как. Я только эту миссию... Но я где вообще КП остался, я выживаю. Казнь не очень всегда выгодно делать, потому что я хочу сейчас всех скушать, чтобы больше было КП. Ты казнь, не очень люблю казнь, казнь, потому что лучше обычным убийством убивать, чтобы сердце можно было кушать, я не могу скушать его сердце. Ну там это. Зачем ты ему казнь делаешь? За это больше душ дает. А зато за тебя будет потом их сердце кушать. Не знаю, мне нормально. Меня убирают, и не, это единственное, что меня может спасти от смерти. Это сердце. Почему они так долго умирают? Это очень долго умирает помощь. Какая помощь? Ай, я в него больше всего стрелял. Да какая помощь? Это я его должен был убить. Должен был. Нет, он в черную дыру пошел. Да. А я его из сердца снял. Его душа отправилась в ад. Так все и было. А его, его сердце останется у меня навсегда. Прям поэма. Ты какая-то не очень добрая поэма, если честно. Ну зачем ты... Мне деньги нужны, у меня перфорат первого уровня. Че? А, тебе деньги нужны? Я уже... Мне осталось всего лишь прокачать всего лишь две штуки, я уже до конца буду прокачанной. Вот видишь, а мне еще целых три ветки прокачивать. Мне только одну ветку осталось прокачать. А до этого я делал чем кайф. Потому что за нее дают целых 90 вкуснейших. Какие 90? За нее дают 30. Мне дают либо 30, либо 90. Мне 90 ни разу не дают. Все, надо его убивать. Вау. Вау. Блин, патроны кончились, ну как всегда. Он тебе не должен оружие украсть? Не знаю. Ой, да, мне дай 90, мне 90 уже первый раз дай. Блин, у меня патроны кончились. А, я сдох. Я думал, это ты умер, но это я умер. Какого хрена я тебя оживлял? Какого хрена? Одну не найдем. Вы не слышите? Кажется, мы эту и нашли в прошлом прохождении. Зато мне 3000 дали. Ой, 300. Давай ты будешь снизу, я буду вверху стоять. А нет, так нельзя, нет, к сожалению. Да. Нельзя. А нельзя. Да, я падаю. Значит, Женя и брат решил меня сегодня завалить. А чё, кто? Где? О, что? А, что за такое? Что происходит? Здесь красный. А, ты. Красный. Блин, огни зажгли. Блин, опять залагало. Не говори, что тебе опять залагает. А, я умер, а как? Что? А, где я? Вы какой-то свой человек. И я как умер, как-то умер. Боже, как? Слушай, да.